Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить еще один рецепт для праздничного стола. Посмотрите, какая красота! Это тарталетки с сыром рикотта и хамоном. Давайте готовить! Для начала нам нужно приготовить основу для тарталеток. Вырубкой для печенья я вырезаю кружочки. Можно делать это с помощью рюмочки, стаканчика. И кладу на противень, который я застелила пергаментом. Вот эти обрезки я не выбрасываю, я их потом подсушиваю в духовке и с супом, очень вкусно. Хлеб у меня, забыла сказать, хлеб тостовый, хлеб с отрубями. Духовку разогрели до 100 градусов, подсушиваем тарталетки в течение 15 минут. В мисочку выкладываем сыр рикотта. Можно взять любой творожный, мягкий, кремообразный сыр. Разминаем слегка. Добавляем немного соли, молотого перца черного. На мелкой терочке натираем чеснок. У меня маленькие зубочки, поэтому я добавлю 2. Если большие, то можно 1. Мелко нарезаем зелень укропа. Сюда же добавляем зелень. И все хорошо перемешиваем. Свежие огурцы нарезаем колечками. Не очень толстыми, где-то 3 мм. Хлеб уже подсушился. Я достала его из духовки и положила на блюдо. Смотрите, чтобы хлеб полностью остыл, иначе если вы будете намазывать на теплый хлеб, то творожная масса просто у вас поплывет. Намазываем теперь не толстым слоем. Сверху кладем кусочек огурчика. Выкладываем тонко нарезанный хамон. Складываем там, как вам нравится, как удобно. И вот так вот сверху на огурчики. Тут главное, чтобы хамон был тонко очень нарезан. Когда в магазине покупаете, просите, чтобы нарезали тонко-тонко. Потому что если будут такие толстые куски, будет некрасиво и неудобно будет складывать. Вот такая получилась, на мой взгляд, очень изысканная закуска на праздничный стол. А я желаю вам всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Пока-пока!